Всем привет! Сегодня мы готовим тушеную капусту из детства. Нежное, сочное, очень вкусное. Простое, незамысловатое и полезное блюдо. Лук мелко режем. Морковь чистим и натираем на крупную терку. Мелко режем капусту. У меня уже готовая порезанная капуста в пакете, которую я купила так в магазине. Очищаю от семян и режу болгарский перец. Можно и без перца, но с ним гораздо вкуснее. Начинаем готовить. В сковородку наливаем масло и поджариваем на среднем огне лук, помешивая до легкой румяности. Добавляем болгарский перец и, помешивая, поджариваем на среднем огне минут 5. Кладем морковь, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут на небольшом огне. Добавляем капусту, наливаем воду, если капуста не сочная, как у меня, перемешиваем, кладем лавровый листик, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне, иногда помешивая до мягкости капусты. Добавляем томат или томатный соус. Я еще добавила замороженный кубик перемолотого красного болгарского перчика, который я сама делала. Он придает аромат и вкус. Свежий чеснок, соль, перец и чуть-чуть сахара, буквально пол чайной ложечки. Зелень, у меня петрушка и укроп. Все перемешала. Достала лавровый листик, накрыла крышкой и убрала с огня. Капуста получается сочная, очень ароматная и очень вкусная. Помните, что самые вкусные блюда к нам пришли из нашего детства. Приятного аппетита, кушайте на здоровье. Всем доброго дня и хорошего настроения.